Артериальное давление показывает, насколько хорошо сердце снабжает кислородом весь наш организм. Отсюда вопрос, для всех ли норма показатели 120 на 80? Да, для всех, несмотря на возраст и какие-либо другие градации. Это и есть рабочее давление человека. Показатели выше или ниже – это уже проблема. Люди, которые утверждают обратное, глубоко заблуждаются. Ошибки можно допустить даже при измерении давления. Несколько таких ошибок, которые чаще всего могут допускать пациенты. Давление необходимо измерять на плече, а не на предплечье. Так как бы более правильно, более эффективно. Нагнетать манжету нужно с большой скоростью, а спускать наоборот с низкой. И если у пациента есть разница между правой и левой рукой, то смотреть всегда нужно на большее давление. Какая самая сложная пора года для гипертоников? Зачастую это период, когда погода неустойчива. Есть много и других факторов, которые влияют на повышение давления. Наследственность, избыточная масса тела, повышенный холестерин, чрезмерное употребление в пищу соли и стрессы. Алгоритм поведения для больных артериальной гипертензии банален, но эффективен. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и стресса и обязательный прием назначенных терапевтом лекарств. Это на самом деле работает, и пациенты, которые... молодые пациенты, которым артериальная гипертензия первой стадии, которые действительно делают такой образ своим образом жизни, они впоследствии могут и уйти совсем от препаратов. А для чего прием препаратов должен осуществляться постоянно? И почему не следует самостоятельно отменять лечение, когда давление более или менее нормализовалось? Как правило, практически все препараты для лечения артериальной гипертензии, они носят накопительный характер. То есть пациент, отпринимав, скажем так, 10 дней препарата, накапливает в себе вот его определенную необходимую концентрацию, и уже последующее нормальное давление пациента обеспечивает именно вот эта концентрация препарата. Все препараты, которые от артериальной гипертензии, это назначаемые, нельзя сказать, что это препарат, который только снижает давление. Это все препараты, которые обладают кардиотропным действием. То есть, когда их принимаешь неопределенно долго, скажем так, простыми словами, помогает менять наше сердце немножко в лучшую сторону. Меняйте жизнь своего сердца, а вместе с ним и себя в лучшую сторону. И будьте здоровы!